управлять, потому что опасно. Думал, что-то нездоровое. Едет потихонечку, так аккуратно. Бывает. Особо не прикурнешь. Она здорово стала волнами. Надо было газировочки взять какой-нибудь. Через 800 метров поверните налево, а затем крутой поворот налево.
все меня пытается вывести на этот, на данку. Пытается меня на скопин вытащить. А что, Алиса-то не говорили? Это не хочу. Это не мужик, это Вася Уткин. Комментатор. Алису я терпеть ненавижу, ясно? Я ненавижу Алису, у нее голос противный. А вот у него, этого Уткина, вот это вот... Нормальный у него голос. А его нормальный. Вот я тебе потом... Я его с 11 лет слушаю. Ох, ё-моё, что-то тут плоховато дороги стало. Липецкая область. А, нет. 52.30. Я думаю, можно где-нибудь будет в Ряжске заправиться. А может, в Рязани. Уже это за сотню уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаменская. Ну это объезд Чеплы. Улица это молочный завод тут. Это этот объезд для грузовиков показывает. Им тут нельзя ездить. Блин, руку ободрал. Через 600 метров поверните налево. Поверните налево. Не повернем, а налево. Кабель. В смысле, кабель. Папа, серый кабель. Станция. Тут музей есть Льва Толстого. Какая станция? Лев Толстой, так и называется станция. То есть туристский информационный центр. Смотрите, как тут фонари прикольно сделаны, да? Под зонтиками. Паровоз. Верните налево. С рельсами оторвали. Ну, он тут такой. Это буляш. Что, у нас куда у нас вертается, а? Маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Только что было 166 километров, теперь 173. С ума сошел.
куда километры дел? Пап, я же тебе говорю, что Алиса умнее этого мужика. Это не мужик. Это мужик, кряк-кряк это. И Уткин. Дональд Дак. Дональд Дак. Вася Дональд Дак. Через 600 метров поверните направо. Куда километры дел, гад? Слушай, а что там действительно что ли так меньше получается километров? Надо потом проверить. Не знаю. Крекин. Думаю, он потерялся, он тут никогда не был. Поэтому едет и сам так от балды рисует маршрут. Вам туда, нет, вам туда. А сейчас не. Не, давай назад. Не-не, я передумал, там быстрее. Маршрут перестроен. Почти забили гол. Поверните направо. Да я понял. Только километр ты куда-то дел, все равно. Ресторан. Фосагро. Люди, уйдите. От нас на данках назад. Через 600 метров. Вы видите, поэтому он километр прибавил. Потому что и там же тоже перекресток есть с круговым движением. И там на данков поворот. Он, наверное, там туда меня отчаянно пытается вывести. Ах, он одну дорогу, которую, короче, увидел и к ней ведет. Там тоже на... там не верните налево. Тоже на то же выходит. Только там прямо еще раз придется километра скакать. Холодно? Холодно. Давай, холодно. Или голодно, что вы сказали? Холодно. Тут я и думаю, мы только что ели. Куда вам еще холоднее-то? Почему у нас не ловят в Рязани Маруси и ФМ? Потому что мы не в Маруси. Маруси только здесь, по-моему. Шаничка растет, поспевает уже. Красавица. Папа. Что такое? Что? Что случилось? Папа. Тут раньше, кстати, были посадочки такие классные, порубили. Доброго пути. 5 часов Да ладно. Ну, сколько мы выйдем? 10, 11, 12, 1, 2. Ну, считай, минут 40 потеряли на этих кочках, канавках. А мы сколько мы приедем, он показывает? Ну, отдыхали. Так что час потеряли, да. А? А сколько мы приедем? 52 еще ехать. Он и показывал 7,5 часов. Че вы говорите-то? Через 800 метров круговое движение. Первый съезд. Цыц под Лизы. Интересно, сколько людей по прямой уезжало?
Москва сейчас скажет. Гагарина. Полина Гагарина. Да вряд ли она такая. Круговое движение. Первый съезд. Гули Гагарин. Прямо. 33 километра. Мне кажется, ли он... Мне кажется, ли он на каком-то... А я этот Bluetooth-то вырубил. Мне кажется, папа, или он на каком-то китайском языке говорит. Показывают 4 часа будем дома. Еще 4 часа? 4 дома будем. Ну что-то это много. Может, к бабушке попущу. Хотя время в половину второго, может быть, так и есть. Папа, 2 часа осталось, и 3 часа осталось. Так, эти 2 часа пишу. Это место мне нравится, хорошее. Прям такие деревушки приятные. Ой, котик! Ой! Я же говорил, тут везде котово. Вот домой побежал. Погулял и убежал. Умный котик. Магазинчик весь. Интересный храм будет, и там колокола будут на этом рядом, помните? Вон. Как на этом. В общем, колокола не в церкви. Ну да, колокольни нету, они отдельно стоят. Если церковь важно, что ли? Посмотрел, просто много травы скошено. Прям сенокос целый. Троицкая школа? Наша школа.
пасмурно, да, на горизонте? Оказался на лошади. Мне показалось, на лошадке. Блин, опять неровная дорога. Да что ж такое-то? Опа!
метров. Поверните направо. О, колесо обозрения смотрит. Красиво, да? Я бы тоже прокатился на таком. Давай маме скажем, выйдем, прокатимся. Васька, блин, повез нас по дорогам. Что? А там что, тупик что ли? Ну, Вася, блин. Через 300 метров поверните налево. Тут ремонт идет. Куда ты нас привез, гаденыш? Тут односторонний, а тут видишь ремонт. Ну, Вася, ну, погоди. Лучше бы я поехал, как знаю. Давайте-ка Гвардиола, попробуем по новому. Через 100 метров. Я тут ездил метров, несколько раз, налево. В основном а я ездил. Поверните налево. Где эти, где грузовики ездят, там. Рядом езжаем. Школа. Поверните налево, там, а затем через 100 метров поверните налево. Смотри, какой красивый парк, да? Очень красивый. Кстати, в этом районе я еще не ездил. Да, самый центр. Поверните налево. Вася не знал, что тут ремонт делают, поэтому повел нас прямо. Вот тут бы мы выехали, видишь, а тут ремонт. Тормознем с чайку, побьем. Ножки разомнем. Умоемся. Вот.
Ачивка там хорошая. Маршрут перестроен. Через 200 метров развернитесь. Мы каждый год туда заезжаем. Нет, как-то ехали, не заезжали. Но в основном заезжаем. В основном заезжаем. Там парковка.
а потом... Не, наверное, мы все-таки на Ряжск свернем, до Скипина не поедем. Что-то, блин, тут ремонтируют ее. Ряжскую вроде сделали. Здрасте, еще не хватало тут в пробку встать, а? Вася говорил, поворачивай. Вася? Вася? Thank you.
повернуть налево надо. Аккуратно. Что ты? Почему? Смотри, какая у них тут школа на этот вид. Особо по нему не ездил, по Ряжскому. Так. По этой дороге сюда ездил. Не знаю, мне жарко, вам холодно. Дальше можно было проехать, только я не знаю, в каком она состоянии. Была в ужасном. Может быть, сделали. Вот это вот было. Вроде сделали, кстати говоря. Ну, дорога объездная была. Дальше проехать и повернуть. Да, там дождь был. Да, дождь хороший был.
наконец-то кто-то попросил остановить. О, челик плох. Кому? Челик плох. А что это за челик? Колбасит его. Указатель 71 Рязань. Мы проехали уже километров 15-75. Как так может быть? Что-то как-то явно провал во времени. Вот какие поля красивые. Рапсовые. Заканчивается наше путешествие. Все плохие дороги проехали. Осталось. Вот это. Напоследочек. Помыть.
пострадали от плохих дорог за эту поездку, честно скажу. Дороги были ужасные. Местами прямо проехали. Вот речка, вот дом.